Так, здравствуйте. Пришла я к маме. Я к маме хожу, прихожу я каждый день к маме. Даже сегодня мне позвонила подруга и говорит, давай выйдем на кофе. Она тоже занята целый день. Я говорю, ну давай. И думала, уже к маме не пойду. Ну, решила зайти. Теперь у мамы под коленом, сзади колено болит. Не знаю. Но она делает упражнения, ей, кстати, легче уже. Она делает упражнения, массажи получила, то уже легче. Выходит на улицу. У нее были, видимо, такие сильные боли, так как-то нам этот раз больница и обошлась дорого, и толка особо не было. Ну, так сняли они воспаление все, что она теперь в самом деле за собой смотрит. Ну, как-то так хлеб покупает по килограмму, может, несколько раз пойти, но только лучше по килограмму у нее был. Говорит, что сейчас сухожилие, может быть, считает. Я к ней прихожу, и она все время в телефоне. Я говорю, слушай, ты все время в телефоне. Помните, как вы все говорили, что нужно... Мама, я разговариваю, я тебя не слышу. Я разговариваю. Вот вы мне скажите, почему она не хочет, чтобы я ей какой-то аппарат на уши купила. Вот она плохо слушает. У нее слышит, у нее какой-то отит был, тяжело перенесенный. Это дало наследки. И в ней сидит вот такая какая-то женщина, знаете, вот не хочет она ни в коей мере никакой аппарат. Я говорю, так это хотя бы когда мы будем с тобой разговаривать. Ну невозможно, ты все время кричишь. И еще она не признается, вот я ей что-то говорю, а она делает вид, что она услышала меня. И какой-то неопределенный ответ дает мне. Я говорю, как? Я говорю, почему тут это? И она так смотрит на меня, и она понимает, что она просеклась, попала на один поросак. То есть не угадала, что надо ответить. И говорит, говори громче, ты тихо говоришь. Все меня слышат, одни вы меня не слышите. Я говорю, другие, чужие люди, они даже тебе не будут говорить. Они сказали, видишь, что ты или не то ответила, или еще что-то, или кто-то понял, что ты плохо слышишь. И они дальше с тобой не связываются. Почему бы не купить аппарат? Вот это, знаете, ей, чтобы что-то вот... что-то заставить ее сделать, там, купить компьютер, помните, какой скандал был, или еще что, очень тяжело ее заставить. Она как-то вот не хочет или быть обузой, или не хочет, чтобы мы деньги тратили, или что. Тут в этом плане она даже не задумывается о стоимости. Я так поняла, что вот эти аппараты, они не дешевые. Есть разные аппараты, но я думаю, может, государственные какие-то есть субсидии или что, ну... Ну ладно. Я как узнала, сколько они стоят, думаю, может быть, мне покричать. Сейчас пойду домой. Так дни быстро летят. А Раик проходит медкомиссию, военкомат. Ему дали повестку на улице. Он проходит медкомиссию. Ну там, не знаю, что там, ему врач дал какой-то акт, потому что... И послал на МРТ. У него... Он когда-то... В 11 классе очень сильно упал с турника, и у него было смещение, что-то смещение, с позвонком, короче, было. Я вообще думала, что он инвалидом будет. И вот тогда ему какое-то лечение проходило, и сейчас ему, он потом МРТ, он еще проходил года два назад, у него там грыжи, ногу отдает. Но у него еще такая работа, знаете, он все время наклоняет же с пациентами, и работает он не 4 часа, как положено, или там 6 врачей, а работает по 10 часов. То врач послал еще на МРТ, записали его фельдшером. Я мама на балконе, что там висит, у меня, видите. Записали его фельдшером. Я завтра говорю, ну фельдшер, ну как-то не воин, не солдат. А завтра говорит, а что там бомба, когда падает или ракета, она смотрит, фельдшер, то врач, то или солдат. Что как будет? Хотя, ну Сержик первый месяц как пошел. Ну, его еще не вызывали, он прошел медкомиссию. Сейчас мама, не дай бог, мама увидит. Это скажет, ты куда пошла? Там у меня пакеты. Пакеты люди увидели. Она очень любила. Вот так-то, чтобы она... Она сейчас уже стала шарить в интернете. Целый день в телефоне сидит. Я с ней вчера сижу, я говорю, слушай, ты целый день в телефоне. Я с тобой... Ты тоже целый день в телефоне. Я говорю, ну ты в телефоне, и я в телефоне. Ну, а что мне теперь делать? Я тогда смотрю сообщения. Я же постоянно получаю сообщения. Постоянно у меня сообщения какие-то в Инстаграме. Ну, в Фейсбуке тоже, в основном в Инстаграме. Да, я еще буду минут 5. А что? Ну, смотрите, что-то она там уже... А что ты хотела?
Пришла балкон снимать? Я снимаю, разговариваю. А что ты хотела? Я сделать ничего не буду там. Что ты там смотришь? Я хочу, тут узбечка показывает, месить тесто не надо. Прямо вот так ложкой в этом посуде, где она месит, и пирожки делает. Просто выложила на это руками, расплескала, даже скалку не берет. Порезала пополам, и начинку я не хочу сейчас это говорить. Там она на отваре делает с рисом. Рис, который откинула, 100 грамм риса сварила, 300-400 грамм воды. И когда откинула, на этом отваре. И такие аппетитные получаются. Может, ты кофе сделаешь мне, пока я как раз поговорю? Кофе. Может, мы сделаем такие пирожки? Да, ну так, чтобы я сняла от и до. Я не знаю, она не пишет, какой рис, но длинноватый, я вижу. Ну, я возьму тот и что? У меня есть, А что, сырой рис кладет? Нет, у меня такой. Сырой кладет рис? Нет, отваривает. Так у тебя же есть отваренный, я вчера принесла. Отвар нужен рисовый. А, отвар. Нужен рисовый отвар на отваре. Можно крахмал вместо рисового отвара использовать. Там же крахмал. Так крахмал можно развести. Зачем тебе брать? Не-не, надо попробовать так. Смотри, там 100 мам. Грамм риса всего. Да, я поняла. Но можно же крахмал развести. Тут можно попробовать так, один раз так. Все, ладно, ты ставь кофе. И не надо месить. Руками вот встала, разровняла, все, порезала пополам, они такие длинные. И она поломала... Хозяйка. Не надо месить, она имеет в виду, что... Давай я отключу уже. Да, отключай. Да. Это я, наверное, когда резинкой делала. Так болит, да? Ну, оно проходит. Видишь, я уже и выходила. Но тут я почитала симптомы, то тут есть и спортсмены, которые... Мама, бегают. Выключи, возьми просто. И это самое. Я же хочу выключить. Ну, ты на крестик нажми. А, не. Нажми на крестик. Вот сюда надо. Нажми на крестик. Уже все. Да. Все, ладно, кофе поставь. Видите, говорит, что... Говорит... Задолбала все. Она тоже так не любит по больницам. А кто любит по больницам ходить? Сейчас верну. Задолбала. Надо к Попову пойти. Попов это врач. Травматолог, что сзади у нее колено болит. Мажет. Мне тоже задолбало. Что хотела сказать? А, месить. Говорит, не надо месить, потому что я ей не разрешаю месить. Ни тесто, ни вареники. Ну, месить надо же движения вот эти делать. Я говорю, слушай, тебе нужны вареники, ты хочешь? Я приду, замешу тебе тесто, полепим и все. Она говорит, да, хорошо. Сейчас нашла какой-то рецепт. Она же без рецептов не может. Видите, какое у меня кольцо красивое. Она же без рецептов не может. Ой, ладно. Она без рецептов не может, нашла уже то, что месить не надо. Сейчас. Чистота идеальная у мамы. Я у нее комплекс неполноценности. И покажу, какой хлеб вот государственный. Вот я за него забыла. Угу. Два дня лежал. Забыла. Посмотри. Угу. Посмотри. Это государственный хлеб. Там чего только нету. Поэтому люди умные, что пекут семечку. Но не у всех есть возможность печь. Вода дрожжи хлеб. Не у всех есть возможность печь. Все, что... Конечно, но... Люди, работающие женщины, придут, еще хлеб будут печь. Ну, видишь, что получается? Мама, он два дня у тебя лежал? Два дня. В кульке, в жару. А какой он должен быть? Ну, там же, посмотри, в кульке что добавляют. Не, я поняла, в кульке и в жару. То как ты хотела? Что добавляют? Сейчас эти дни жара была. Ой. А какой ты два дня? Я тебе позавчера купила хлеб. Не-не, это не этот. А значит, это не два дня ему? Я же тебе позавчера купила. Не-не, давай этот хлеб обсудим. Я тебе позавчера купила вот этот хлеб. Он нормальный. Так? И то посмотри, он опять в кульке. Положи его в холодильник. Здесь жара на кухне. Да еще в кульке. А ты какой? На кухне где ты жару видишь? Мама, жарко. Не-не. Потом, значит, этому хлебу не два дня. Так? Ну, три, какая разница. Не, не три дня. Ты не могла три дня не, ему. Не, у меня это, то, что ты купила, у меня еще был хлеб, свой я доедала тот, что я взяла. Да, вот да. Того, что я то есть ему не три дня, ему дня четыре, так? Не, не. Ну не, как? Три дня ему. Я как раз у меня еще был хлеб, и ты купила. Так ты же не купила, ты купила поза того раза. Не три дня назад, а четыре назад дня ты покупала. Раз я ела, не было же, не было. Не, ну покупала ты, значит, не три дня назад, а четыре дня назад. Я хочу сказать, что там добавки. Подожди, дело не в добавках. Ты надоела уже твоим хлебом, блин. Ты хочешь сейчас меня убедить?
Смотрите, она меня хочет убедить, что хлеб практически свежий, и вы да, видишь, какой он плохой. Бывает и два дня лежит. Чтобы печь, самой печь, понимаете? А я хочу ей показать, что этому хлебу не три дня, а больше хлебу. Она сейчас поэтому стала нервничать. Не-не, но ему же не три дня. Все знают, что государственный хлеб, если лежит чуть больше, уже... Да я же не против того. Но просто уже хлеб, все. Если он старый, если ему пять дней, еще он в кульке. Куда пять дней? Ты что, смеешься, что ли? Мама, ты его покупала дня четыре назад. Ты есть. Покупала вот это сегодня, вот это третий день. Третий день, а это до этого был а хлеб. Это был последний до. День, да. Я ела. То есть... То... Не четыре дня, а ты его купила, ты не могла этот хлеб за один день всю буханку съесть. Значит, ему дней... Я не одну буханку делаю. Значит, ему дней пять. Ты не могла так за четыре дня назад купить и сразу же ему закупить. Дней пять хочу этому хлебу. Сказать, что свой хлеб есть свой. Мама, вода, дрожжи и вода. Понятно. Но столько, сколько ты влила в свой организм уколов и лекарств, оно вреднее, чем покупать через день лучше хлеб по половинку. Я же ничего не говорю, я не пеку, я купила уже. Не, я хочу сказать... специально по хлебу. Понятно, но ты даже не вздумай печь, и мука тебе не... Даже не вздумай печь. Даже не вздумай. Столько денег, сколько ушло на лекарства, и столько вреда ты своему организму причинила, благодаря лекарствам, оно намного меньше, чем этот хлеб. И показывать мне его не надо. Показывает хлеб, который в жаре был, да еще в кульке, и говоришь, видишь, какой плохой хлеб. А ты что хотела? Жара все время, днем и ночью открытый. Неважно, тут больше 20 градусов у тебя. По-любому это жарко считается для хлеба, да еще в кульке. Он в кульке же был сколько дней, ты что? Ты как хотите положить плохие условия продукт, завернуть его кульком, потом говоришь, видишь, как плохо, видишь, какой плохо. Хочу сказать, что там, когда берешь хлеб, читаешь... Ну... Таблица Менделеева выходит. Нет, там не таблица Менделеева выходит. Да. Там не и таблица. То, я же тебе читала. Читала, но там не таблица читала. Менделеева, там то, что надо для хлеба. Да. Но я хочу сказать. Он держался долго. Да он не будет держаться долго, не для этого там таблица Менделеева. Я хочу сказать, что тебе печь точно ни в коем случае нельзя. Я же не пеку. Я хотела печь, сейчас пекла. Это ведутся, знаете, все разговоры к тому, что скоро я начну печь, скоро я начну печь. Меня это просто выводит, понимаете, вот то, что она попала последний раз в больницу, это было благодаря тому, что она месила. Она пироги пекла, пирожки пекла, тесто месила, и у нее вот эта грыжа сошлась. Тут надо очень бережно относиться. У нас последний раз столько ушло денег на это, и это было практически все без толку, знаете, практически без толку было. Ушло острое воспаление, а боли еще остались. И вот массажист приходил, женщина делала как-то зарядками, чуть-чуть она. И сейчас стала уже ходить, уже мне показывает хлеб, который 5 дней был в кульке, говорит, видишь, как он испортился. Ну, она очень упрямая. У меня, если честно, у меня вот сил нету особо убеждать. Это она же не просто так мне этот хлеб показала, абсолютно не просто так. Ладно, пошла.